разворот на трассе на Тулу. На Тулу мы не поедем. Празднично вернемся под Чехов на свою дачу. Сейчас надеюсь вам показать вид на трассу сверху. У меня, конечно, как у нас любили говорить, топографический кретинизм полным ходом развит. Вон он, Москва, да, замечательно. Вон он, эта трасса. Все, сразу закрыли. Там какой-то вид прикольный. Дай глянем, что за вид. И уйдем уже на Москву сразу. Какой поселок, не знаю. Между Серпуховым и Тулой где-то. Видите? Вдруг свежий асфальт. Печальная, унылая жизнь. Ну, смотрите, да. Зыбина какой-то. Там электростанция. Здесь красивый спуск. Ну все, терять времени не будем. Сейчас развернемся, поедем на Серпухов. Ничего тут интересного. Друг, чтоб ты не, если ты вдруг сейчас смотришь это видео, то, короче, посмотри фильмы Карпентера, Джона Карпентера. Вот просто рекомендация от меня. Конечно, желательно посмотреть фильм «В пасти безумия» или «Нападение на 13-й участок». Это гениальные фильмы. Карпентера или Дэвида Линча. Ну и просто хорошего дня тебе. Котлеты. Ё-моё. Все. Дорожка кончилась. Все, нам пора разворачиваться. Все, сейчас разворачиваться буду.